Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Рыжик. И мы продолжаем играть в Skyrim. Мы тут принимаем ванны. Собака вообще лежит в воде, зашибенно, да? Так, ну ладно. Короче, я решила проблему... О! Здрасте. Где второй? Опа-на! Вот. Короче, я решила проблему. Просто загрузилась с контрольной точки и Лидию вернула. Да пошла ты нафиг, шавка. Как же он меня бесит, слушайте. Побыстрее бы его уже отсюда. Ну, короче, сбагрить его надо побыстрее. Так, дверь-то мы вот эту открывали уже, я помню, но... я же загружалась с контрольной точки. Ай, блин. Поэтому мне сейчас надо заново открыть ее. Давай. А, еще немножко вниз, да? Фу! Так, главное, чтобы меня тут собак не подперла. А она ж может, я же знаю. Так, это броня железная, всякая хрень. Сыромятный щит. Нам, короче... Да какой гав? Все. О, боже мой. Что ж такое-то, а? Ни одного спутника хватало. Тут еще второй приперся. Причем он меня сзади, блин, толкает. Меня это бесит. Так, это я все. Барбас, только попробуй меня толкнуть. Я убью тебя прямо здесь. Он, походу, его понял. Чё, не наступил никто? Да ладно. Да пошел ты нафиг. Гав-гав. Так, ладно, давайте смотреть. Здесь, значит, у нас головоломка. А, ты встаешь. Барбас, фас. Блин, там этот лучник. Ну, они там с ним разберутся, короче. Я тут пошарюсь пока. Так. Что у нас тут еще есть? Теперь ты поплатишься. Ну, конечно. Так, птица. Так, подождите. И тут еще. Ладно, это, короче, надо разобраться сначала. Усё, шиньки. Так, значит, это мы возьмем. Да тут, в принципе... О, железный слиток. Так, здесь вот тоже... Тут птичка. Я знаю, для чего этот камешек лежит. Я сейчас возьму и поди что-нибудь будет. Какая-нибудь либо ловушечка, либо что-то еще. Короче, это надо... А, вот еще один трупик. Так, здесь надо, значит, уже смотреть. А на этой стороне, на этой птица-рыба. То есть, получается, тут птица, а здесь рыба? Так, что ли, выходит? Ну, давайте сейчас попробуем. Так, здесь попробуем птицу, да? Так, а здесь рыба и змея. Ну, давайте, да, вот рыба тут уже есть. А вот здесь змея. Ну, мы попробуем, как бы, мое предположение вообще верное, нет хоть? Так, да, я, короче, сегодня в очень хорошем настроении, поэтому я буду веселый и буду пороть чушь. У него двуручник. Там их трое. Да, с двуручником. И с магией. Лидия.
Лидия. Пара-пара-пара-па. Нет, ну, конечно... Я понимаю, что с Барбосом мне лучше в том плане, что Лидия как бы будет не одна разбираться с врагами, да? Там еще где-то. Вот, ну, Барбос уж слишком надоедливый, он правда, он прям вообще сзади меня просто вплотную подпирает. И иногда это может привести к плохим последствиям. Так, тут ничего такого нету. Вот видите, он мне даже выйти не дает. То есть меня могут убить из-за него, спокойно причем. Так, ну и где вы? Драугры. Грёбаные драугры. Что это? Что это, господи? Подожди, а где он был-то? Вот ты где, северный олень. Вау! Ну давай. Это пустяк. Блин, я думала, я же натянула стрелу. А, ладно, пофиг. Теперь ты попался. Блин, он в меня попал, смотрите, как, а. Ты смотри, что творится-то, Ты! Чтоб тебя. Сейчас, ладно. Ну давай. Так, ну так меня вроде убить-то не должны, по идее. Так, лук пламени. Ага. Тебе нельзя вверх. Гори! Блин, вот скотина. Лидия, ты чё не стреляешь, ну? Теперь ты поплатишься. Где он там? Хедшот, ребят! Вы видели? Вообще ништяк. Так, ну ладно, окейшки. Ключ... Лорда Гей... Гейрмунда. Окей. А, то есть вот он сам, да, его тут. Скелетик. Эпитафия его. Так, лорд Гейрмунд. Архимаг Виндхельма. Выше бы его маг короля Харальда. Блюди дозор свой вечно, маг. Служи... Служи за гробом, как при жизни. Служи за гробом, ибо хранит печати мрак о трех изменников отчизну. А, ну это про тех братьев. Это про братьев, про тех, короче, ладно, понятно, окей. Мы это брать не будем. Записку, зачем она нужна? Барбос, что ли, там застрял, я не пойму. Слышите, да, такие шлепы по лужам. О, Лидия. Вперед. А, так он и меня, смотрите, бьет. Барбос, давай. Слушайте, а там... Если придется, я тебя убью. К
Слышите, да, такие шлепы по воде, как будто кто-то ходит. Опа, ни хрена, Лидия тут сама управилась. Ну, молодец. Ну, я ей, кстати, эбонитовый меч дала, поэтому она должна, да, хорошо справляться со своими обязанностями и Даны, и все такого. Так. А, собственно, нам куда? В какую сторону нам? Это, наверное, смотрите, нет, это вот... Все-таки не в эту сторону, наверное, в другую. Ну, раз нам дают ход сюда, значит, тут что-то есть. Либо кто-то есть. Это проход наверх. Барбас, пропусти, пожалуйста. Я все понимаю, Барбас. Ну, ты тоже, как бы... Лидия. Ну, а? Ну Лидия. О, ну это все, ребята. Я даже застряла, по-моему. Ну, пройдите вы куда-нибудь, ну. А, даже сюда, по-моему, не могу. Нет, могу. Трандец. Ну, вот идите там, разбирайтесь, а я вот сюда пойду. О-о-о. Блин, я же испугалась. Так, ну, там ничего с ним не случится. Они там вдвоем, нормально. Так, собственно, да, нам в ту сторону. Да, конечно. Я не поняла, а что он их скинул? Нет? Да, нет? Нет, Лидия там точно. Ну и... Неуклюжий драуф? Ты хочешь, я на тебя крикну? Вот так вот. Слушайте, первый раз вижу такого драуга. У него и как бы одежда-то совсем другая, смотрите, да? Вообще, то есть... Ну, как бы он по-другому одет. Железная броня. Длинный лук. А, ну, нет. Ну, блин, Барбас, ты меня бесишь. Слушай, я хочу тебя убить. Почему его нельзя убить? Нет, блин, уйди, пес. Я помню такие приколы. Ну, уйди ты, ёлы-палы. Чтоб тебя. Так. Урочество. Это моя стрела. Кусок ты. Ладно. Никто ничего не слышал. Блин, уйди, Лидия! Трандец, блин, вообще! Ах, кошмар какой! Как же меня бесит вот это вот! Ну и черт! Ой, чё она стоит? Капец. Теперь ты поплатишься. Давай. Блин, мимо пролетела стрела. Лучше уж так буду стрелять. Так, мне надо лук зарядить, а то он у меня разрядился. Так, вот второй. А Барбас, по ходу дела, упал. По
Походу дела Барбас свалился. Так, это что за стрелы? Лошар его там, короче, разрубило. Так, это мои стрелы. А, да-да-да, я вижу. Так. Древний норский. А где ж труп-то? Вот здесь должен быть труп. Его нету. Блин, а где трупаки? Ну я хотела стрелы взять. Ну что такое, а? Ну честно. А, вот труп. Труп, вот он один. Так. Тут еще где-то... Да нет, тут где-то орочья стрела была. Вот она. Блин, ты уйди, собака. Да блин! Идиоты тупые! Я так и думала, тут хрен пройдешь с ними. Это труба. Чтобы фейлов больше особо не бояться, надо. Че, пойдем к ним? Ну давай, Лидия. Давай! Так. Это, короче, я просто на что-то сейчас наступила, и эти штуки, да? Ну. Заработали. Блин. А этот, смотрите, не идет сюда. А где у нас? Понятно. Блин, ну отойди, Лидия. Так, ну мы проскочали, проскочили вроде бы. Напрягись. Так, а отключить можно как-то ее? Да. Да, вот, вот, отключили, все сделали. Барбас ушел быстро. Я тебя сейчас на шашлык пущу. Ну, вы смотрите, я вообще никуда не могу. А? Меня с одной стороны один прижал, с другой стороны другой прижал. И я вообще ничего не могу сделать. Уйди! Кошмар. Вот меня вот это очень раздражает. То есть с одним спутником, блин, тут теснишься вот в этих... Я буду много раз говорить, да, что мне это раздражает, потому что это просто вымораживает, на самом деле. С одним спутником, когда проблематично в таких вот закоулочках, да, а когда еще и собака вот так тебя под задницу прям подпихивает, это уже вообще совсем бесит. Ну, собственно, в принципе, серия, конечно, будет длинновата, но я все-таки пройду ее сейчас. Ну, эту гробницу грёбаную. Вот. Собственно.
Сейчас вылезет птичка. А, я помню, он, короче, сволочь, себя клонировать же любит, да, по-моему? И то есть, вот где на самом деле тот, неизвестно. И он... А, ну я поняла теперь где, да. Чувствую я, что это, походу, будет долго. Так, эльфийский лук. Мне нужно его зарядить. У нас, по-моему, уже было чем заряжать, да, лук? РБ? Маленький. Вот обычный. Не придется, я тебя убью. Я не знаю, какой из них настоящий. Вот в чем проблема. А! Он у меня лук выбил. Ему нельзя давать, короче, орать, иначе это... Он выбивает оружие. Блин, они в меня стреляют, вот чё. Блин, у Лидии меч выбили. И все? Лучше можешь? Вот, наверное, тот, да, который там стоит. Нет. Это тоже проекция. Так, где настоящий? Вот настоящий. Так, предметы, что у нас там? Мне зелья нужны. Так, слабое зелье лечения вот у меня есть. Так, сильное, напиток здоровья, вот микстура здоровья. Так, 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 так. Зелье здоровья. Блин. Теперь там проекция. Ё-моё! Вон он. То есть настоящий он, я понимаю, он синеньким подсвечивается, когда не настоящий, да? А, так, так, так,
Вот бифштекс из хоркера мы сейчас съедим весь. И еще что нам еще можно тут скушать такое? Так, так. Ладно. Оу! Не поняла, а где он? Тебе не взять вверх! Вирвола! Крем сажай! Блин. Скотина. А! Блин! Ну вставай! Блин, я встать не могу. Тебе не взять вверх. Так, а он вот он. Нет. Блин. Так, где это у меня тут вся еда-то? Во. Стейк из мамонта. А, ну все у нас. Пока. Уйди, собака! Уйди! Ой! Чтоб тебя грозная туча разбила, скотина, блин, блохастая, а? Ой, боже ты мой! Уйди, подлёныш! Все, меня сейчас добьют они, я встать не могу. Да блин! Лидия еще их не бьет, потому что у нее нечем. А вот меч. Я не успеваю, короче, это вообще капец. Крем сажай. Блин, а? Так. Так, что у нас тут есть? Ай, ни черта там нету, короче, похрену. А, у нас еще есть сильное зелье лечения. Ну да-да, ладно. Да ё... Лидия, ты его что, добила, что ли? Блин, серьезно. Часть амулета Голдора. Увеличить запас сил на 30 единиц. Черный лук Голдора. А, грамота о наложении печати. Здесь оставайся, Сигдис, убийца-предатель. Будь проклят за грехи твои перед миром и лордом.
Да будет имя твое и деяния твои позабыты, и амулет твой под нашей печатью прибудет. Лидия, я тебя люблю. Господи, Лидия. О боже мой. Лидия моя. Моя Лидия. Моя Лидия. Я обожаю тебя. Ой. Давай теперь посмотрим. Оружие мы никакое тут не потеряли. Блин, это вообще барбус, ты гребаная псина блохастая, чтоб тебя, блин. Я не могу, он меня бесит. Я тебя на шашлык пущу вообще, понял? Пошел нафиг от меня, шавка блохаста. Че, подопрет? А, нет. Я успела убежать. Нет, вроде бы нет. Вроде Лидия все подобрала, да, то, что потеряла. Лидия, ты как? У тебя меч эбонитовый за спиной? Ну, тот, который я тебе дала? Да, вроде бы да. Ладно, если даже что-то потеряли, мы потом найдем новое. Еще лучше, чем было. А, я вот только не помню. Это, по-моему, даже не конец. Это гробница. А, нет. Что-то мне не нравится. Уйди к черту отсюда! Так, испорченная книга. Слава и философия. Так, это нам не надо, это нам не надо. Что, урочи перчатки тоже не нужны? Так, здесь камни. Так, ну мы не перегрузимся, да? Если мы все заберем. F5. Прям сразу F5. Барбас. Шашлык из тебя будет. Барбас, блин. Я сейчас вспомнила, если кто смотрел, может быть. Зачарованные. Там этот барбас тоже был. Этот хрен моржовый. А, нет. Так мы эту пещеру прошли, получается. Как это круто! Валим отсюда! Валим! Быстрей! Ура! Ура! Мы на свободе. Вот на этой ноте мы и закончим. На этой радостной для меня ноте. Вот. Так, куда мы там с вами поедем в следующей серии? Ну, я думаю, что мы двинем в сторону вот сюда вот поедем. Дневник Рунила, грот утопленника. Короче, мы поедем через наше поместье. Так о чем мы туда поедем-то? Мы не поедем. Я сейчас сделаю по-другому, ребят. Я сейчас сразу телепортнусь. Вот. А, нет, ну, я, конечно, говорила, что я не люблю телепортироваться и все дела, да? Я буду телепортироваться, но просто реже, чем, ну, добираться пешком, буду больше, чем телепортироваться. Ну, то есть, поменьше постараюсь телепортиться, так как я не люблю это занятие, потому что Skyrim — это очень красивая игра, и вот эти вот события всяко разные, которые... Так, ребят, но... Такому хорошему хозяйству требуется хороший управитель. Я охотно займу это место, если ты захочешь.
Лидия, тут сейчас как бы... Не время. Блин, а мне потом трупы убирать? Да блин. Из Скайрима ты живьем не уйдешь. Да. Это все, что умеешь? Так. Во имя Исмира, ты заплатишь. Что ты делаешь? Я на твоей стороне. Лидия. Страшно умирать. Сукин! Твою мать! Я порежу тебя на кусочки! Ну его добить уже надо. Пора кончать. Вот так вот. У него какой-то меч, ты смотри, вообще офигенный. О, усталости. Я у него заберу его. И какая-то там еще хрень стреляет. Вон он. Громила. Стой, сволочь! Вы что делаете вообще на моей земле? Победа за тобой! Я остаюсь! Теперь ты поплачешь! Ну как бы, ребят, у нас тут внеплановая такая драка получилась, да? Я, собственно, про что и говорила, что Скайрим это Скайрим. Лидия, прости. Я просто ни хрена не вижу. Эй, будь осторожней. Да. Таким, как ты, здесь нет метода. Я сдаюсь. О! Ништяк. Чё, у него стальная стрела? Ну, собственно, в принципе, Лидия мне предложила стать управителем поместья. Ну, я не буду ее брать на эту роль, потому что, собственно, кого-нибудь другого сюда засуну управителем. Лидия мне нужна со мной в бою. Как же вот этого хрена теперь отсюда вытащить? Короче, ладно, ребят, я с вами прощаюсь на этой ноте. Сама же сейчас буду убирать эти трупы, которые тут у нас. Уйди нахрен, собака. Уйди, сказала. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Заткнись, Барбос. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.